Всем привет, с вами Гвимбойд. У нас осталась последняя кампания за Мао. По моему мнению, она самая сложная. Давай, сложная кампания Мао. Кто у нас здесь адъютант? Может, я тебя запомню? Мой генерал, то, что предлагает нам советники, может сработать. Мы потеряли множество солдат в битве с Восточным Драконом, но в результате враг был вынужден растянуть защиту, оставив важные экономические и гражданские цели незащищенными. Это будет нашей следующей задачей в борьбе с мировыми тиранами. Давайте восстанем снова, брат! Вы можете привести нас к заключительной победе! Хм, нормально. Вот, где... Демилитаризованная зона чекмента опера. Теперь пришло наше время. Мы за правую цель. И солдаты готовы к битве. Камикадзе, блядь, сейчас. Мы пойдем на наших врагов, как молния с чистого неба. Бам-бам, блядь. Они будут бежать от нашего праведного гнева. А их армии будут разбиты. Смотри, сука, мига камикадзе. Танк почему не стреляет? О, блядь. Опа. Топчи их нахуй, топчи, блядь. Что у нас здесь есть? Камикадзе оставлю себе. Я убил троих. Месть сладка. Я убил четырех. Тераскорп, передвигайтесь к горному убежищу и приготовьтесь к контратаке. Китайцы прочесывают холмы в поисках нашей базы. Это хуёво. Что нам даже сделать? Китайцы окопались возле дамбы ГЭС. Разрушение дамбы позволит освободить деревенских жителей от китайского гнета. Китайцы захватили эту деревню и распространяют свою злую пропаганду среди простых рыбаков. У нас есть сообщение о секретном торговце оружием, промышляющем в этом районе. Если нам удастся его найти, мы сможем купить оружие нашими. Наша задача ясна. Уничтожьте дамбу. Пускай китайцы заплатят за свое непотребство. Ну-ну. Я просто крестьянин! Берем, что хотим! Держись! Найди мне точку опоры! У меня посылка! Нас не подави! Нет цены, которую мы не остановим! Что мы еще можем построить? По сути, ничего. Прости, я по краю на миро! Блин. Я иду! Поехали, ребят. Не пихайте. Модернизация завершена. Найди мне точку опоры. Держись. Оба. Китайцы близко. Давай удивим их. Сохранять радиомолчание. Будем драться, когда мы будем готовы. Да, я знаю. Найди мне точку опоры. Деревня охраняется. Пришло время. Привет, ребята. Свободно! Вас повысили! Солдаты! Смерть тиранам! Опа, блядь! Подразделение потеряно! Мы атакованы! Бать, блядь! Вперед, ребята, блядь! Как-то не... Это слишком много все быстро все происходит! Я иду! Прости, как я не
Подразделение потеряно. Все, блядь. Опа. Уничтожать здесь все. Хорошая идея. Держись. Да, я знаю. Мы движемся. Да, я знаю. Так, и у нас оружие. Оружейник-то, блядь. Ой. Вот же оружейник, блядь, сука. Сука, денежек, ребята. А, их мы уничтожили, давай-ка вот сюда вниз. Блять, надо вот эту машину отправить. Этот, у меня множество оружия для вас на продажу. Возможно, вам нужны самодельные ракеты для ваших танков. Цены, которые мы не заплатим. А что, есть? Давай. Ай, денежки куда было? Направляемся в бой. Чего хочешь? Мы движемся. О, деньга. Ракеты Скорпиона улучшены. Да, я знаю. Чего? Да, я знаю. Да, я знаю. Танки стоят, блядь. Дави нахуй жителей, которых мы спасли, блядь. Ракетные баги, дайте-ка мне ракетные баги, блядь. Чего не даете, сукина? Мы движемся. Найди мне точку опоры. Держись. Найди мне точку опоры. Мы нашли секретный путь. Он плохо охраняется. Подразделение потеряно. Хорошая идея. Я так понимаю, вы только за счет того, что вас дохрена, можете вылазить, да? Дамбу уничтожим. Сейчас сама лопнет. Или что? Бля, там внизу базы я уничтожил сам, блядь. Все что ли? Это проучит китайцев. Блядь, из целой толпа стояла, блядь. Эй, блядь. Войск потеряно 116, охуеть. Ну что ж, спасибо всем тем, кто смотрел. Вот такая вот компания за МАО. Ну, сами уж поняли, это террористы, блядь. Здесь только взрывчатка и количество, как он нас за Китай, блядь.
теснили. Спасибо, те, кто смотрел. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.